рассказывай. С рождения Вова поймальчиком был. Очень скромный и воспитанный мальчик был. Сам, а потом Москву рванул. Про Алтай забыл? Конечно, забыл. Его участие в жизни Алтая какое-то вы замечаете? Нет, нет. Но, надо полагать, Геннадию Яковлевичу Вова Рыжков очень скоро напомнит о себе, ведь пятикратный депутат вновь идет на выборы, а в его избирательный округ входит и Локтевский район с административным центром в Горняке. Житель Горняка, воин-десантник Виктор, попросил нас записать короткое сибирское послание Владимиру Рыжкову. Вова Рыжков, сибирские мужики тебя не поддержат. Это воин-десантник, я тебе говорю. А за меня вся Сибирь.